Шалом, дорогие друзья! Мы в цей тиждень будем читать Паршат Кисисо. Паршат Кисисо нам рассказывает про одного дуже-дуже великий грех, який зробили евреи. И це история у нас, у евреев, це история, якого мы зараз и до сьогоднішнім днем мы чувствуем и знаем то, що є. І це золотий тілець, який зробили євреї, коли вони були в пустині. Ми розуміємо, чого вони це зробили, тому що Моше Рабейну піднявся на горі Сінай, і вони так думали, що Моше не приїде, тому що він каже, що через 40 днів я буду, а вони читали 40 днів, от 100 день, коли він піднявся, а треба було почитати з наступного дня. И это была помилка, которую сделали евреи. Но, тем не менее, мы понимаем, что когда они сделали вот этот золотой телец, это был очень-очень великий грех. И евреи страждают и до сих пор, до сегодняшнего дня, как говорит Тора, что в ее поктию покадити, что каждый раз, когда у нас есть горы, это трохи есть вот от того, то, что было сделано тогда. Теперь представьте себе так. Еврейский народ только что вышли из Египет. Они увидели такие чудеса, которые не были до того момента, со дня сотворения мира. И до тот день не было такие чуды, как бачили евреи в Египет. 10 казней на египтян. Они прошли через море. Они получили Тору, услышали. Они услышали от Бога, они все были пророки. Они были очищены в духовном смысле. Они были так очищены, что написано, что вообще не было вообще смерть, ни болезнь, ничего. Они как-то типа пришли до тот уровень, который весь мир пришел туда, куда надо было. Как это может быть такое, что они делали этот грех? И еще, посмотрите, что там написано. Они сделали это золотой телец, и они сказали: «Эйле элейхехо Исраэл ашер галуха миэрец Мицраим». Они же знали, что есть Бог, они знали, что есть Моисей, они знали, что есть Тора. А как они могли вот это золотой телец сказать, что вот это божество, которое нас вывело из Египта? Но тут, если мы это изучаем хорошо, мы видим, что очень-очень важны психологические моменты, и это Рамбан об этом говорит. Он говорит, что они не дочитали и не дооценили свои возможности. Я хочу вам сказать, что в Рамбам Маймонид пишет законный еврейский. И он пишет, что каждый из нас обязан верить, что мы можем стать как Моше Рабейну. Каждый из нас, каждый человек, каждый еврей обязан верить, что он может достигнуть уровень Моше Рабейну, как Моисей. Моисей был самый святой человек, который жил. Он разговаривал с Богом, как написано в Торе, поним бефоним, лицо в лицо, типа кавьохл, что Бог пел пе адабрбо, и марав лой бехидойс, как Бог с ним говорил. Он был такой великий пророк. И мы должны, мы обязаны верить, что мы тоже можем быть такие. Почему? Потому что от того, что евреи не поняли, что они могут стать как Моше, когда Моше исчез, они взяли и сделали другую, как божество, как они думали, что Моше тоже, наверное, такой, он был великий, но он был формы человеческой, но вообще он был такой великий, что мы никогда не могли бы так стать. Говорит Рамбам, нет, каждый из нас может стать таким. Мы должны знать сил, которые Бог дал нам. Внутри каждого из нас есть нишама. Нишама – это часть Бога. Хейлек или камимал. Мы можем подняться, мы можем присоединиться с Богом. Мы можем быть пророками, мы можем разговаривать с Богом. И мы знаем, что Бог может разговаривать с людьми, потому что Он разговаривал с еврейским народом. И мы не должны никогда не забыть об этом, что у нас есть сил стать святой и служить Богу, и стать часть Богу. И всегда, даже не дай Бог, человек, может быть, иногда грешил, он все равно он может подняться дальше. Наши мудрецы говорят, что почему Бог дал так, чтобы делали эйгл, почему? Чтобы сделали золотой телец, чтобы мы научились, что можно делать чува, можно раскаиваться, можно покаиваться, можно вернуться к Богу, можно стать святым. Помогаем, чтобы чува, а именно место там, где
могут стоять и достигнуть человека, который делает чува, который раскаивается, а филусадик гмунивенюхэн ламы. Даже великие праведники не могут туда зайти. Это значит, что это дает сил нам всем, чтобы мы могли служить Богу, стать ближе к Богу, раскаиваться, покаиваться, готовиться, как мы уже готовимся к Песах, потому что это праздник, свобода наша. И дай Бог, чтобы все было у нас хорошо, чтобы был Шаббат Шалом, и чтобы мы всегда встретились в Иерусалим, в новый храм, скоро в наши дни. Спасибо за внимание, дякую за увагу. Шаббат Шалом.